Всем привет! Это 7-й ролик из 8 роликов о наших круизах за последние 5 лет. Это ролик о портах Южной Америки и Австралии. Пожалуй, я бы сказал, что это самые интересные наши круизы. Это круизы, которые мы сделали в 2023 году. Первая часть о портах Южной Америки, в которых мы были на корабле «Шапири Принцесс» в марте 2023 года. Мы вышли из Буэнос-Айреса, обогнули мыс Горн и дошли до Соединенных Штатов. В этом ролике я показываю все порты, кроме трех портов, в которых мы видели диких животных. Дикие животные – это в отдельном ролике. 3 марта 2023 года мы приехали в Буэнос-Айрес на круиз. Сейчас идем по улице. У нас здесь начало осени, 3 марта. Температура 35 градусов. Вот улица Лавайе знаменитая. Вот улица Флорентин. Это то место, где все время предлагают нам поменять доллары на местные песо. Мы начинаем экскурсию. Кладбище Риголета. Город. Как бы элита аргентинская, богатые люди. И у них такая гонка была. Когда кто-то умирал, то круче склеп сделает. Ну. И обратите внимание, вот видите, 1871 год, 1852. То есть такие довольно даты. И хорошо сохранившиеся. Пиран Генераль, это генерал Аргентины. Это вот. Генерал Наваже. Наваже, да. В имя его названная улица в центре, и в имя его есть огромный парк Наваже, там где центральный суд Аргентины. Все сплошное состоит из склепов. Во все стороны. А вот здесь это что, тоже семейное? Столько людей? Это все семейное, да. Такое впечатление, что это дом, и только вот сейчас откроется дверь и войдет привратник. Вот такой город. Вот. Здесь стекла выбиты. И вот красивый памятник. Авичанеда, это один из президентов Аргентины. Под офис, а вон там... Внизу? Открытые гробы можно посмотреть? Нет, там нет открытых, вон несколько этажей. Там был момент, что кто-то вандализм занимался. Это склеп жены Перона. Она умерла в 32 года. От рака. На Майской площади находится памятник. Кому это? Это Сан-Мартино как раз. Освободитель Аргентины. И вот здесь мы видим камушки. Каждый камушек в честь. И вот там даже подписано... одного человека, умершего от коронавируса. Покажи пирожок. Это вот так. Это эмпанада, национальные аргентинские пирожки. Это с кукурузой. А вот это я сейчас буду кушать со с мясом. Здесь и рынок, здесь и закусочная. Ну, идемте там посмотрим. Но это... есть. Это фрукты. В район, который называется Ля Бока. Этот угол, это именно здесь, центр Ля Бока. Вот. Он даже какой-то турист изображает из себя Дездемонду. Вот такой район. Вот тут мы видим, что это шифер. То есть вначале здесь были дома из шифера, и все было очень дешевое, и было много-много красивых проституток. Вот здесь вот эти все дома из шифера. Это все дома, сейчас просто, это все старые, да? Это все старые, да. Это все старые дома. Почему они разноцветные? Причина очень простая. Какая краска была, такую использовали. Вот еще здесь. Это... был очень дешевым районом. Но сейчас он дороже не стал. Вот это все старинное. Здесь были кабаки, бордели. В общем, все такие заведения. Но красили кто чем мог. Вот именно
Это история, как они выглядели в этих кабаках. Перуанцы, они вот эти трущобы страшные, они заняли перуанцы здесь, они здесь живут, они налоги не платят. Лучше сюда не подходить. Этот район не для самых бедных, красивый. Вон мы видим этот самый женский мост и крейсер. Вот крейсер. Вот он. В этом районе, конечно, это самый дорогой район города. Мы немножко отошли от канала. Вот здесь живут люди, здесь природа. Мы вошли в японский сад. Будем по нем гулять. Офигеть, это просто вот так идешь и просто снимаешь вот так не переставая. И флаг в виде рыбок. Интересно. По-русски это называется фотообои. Тут, наверное, записки, которые люди оставляют с пожеланием. Японский сад, в котором мы находимся, это одно из самых красивых мест, которые мы видим в Буэнос-Айресе, может быть, вообще где-либо. Вот на выходе, а это какая-то не то японская, не то аргентинская традиция. И, наверное, это пожелание. Вот тут, вон еще. Мост называется «Мост женщины». Почему женщины? Почему не мужчины? Я не знаю. Вот тут киоск номер 2. Мы купили на деревянную лодку на час. Такие большие кораблики, а вот такие маленькие. А за нами кто-то едет. Мы подъезжаем к такому очень красивому домику. А с этой стороны типа лагерей что-то. Зелень. Вообще красиво. Хорошие домики. Райское место. И вот такая красота всю дорогу. Вокруг стоят домики. У каждого свой причал. Сегодня 7 марта 2023 года. Мы пришли в Монтевидео. Погода отличная, обещают днем быть 28 градусов. Даже есть указатели, как идти туристам по городу. Прямо вот идти по зеленой линии и все, и ни о чем думать не надо. И очень хорошие карты, которые показывают эти указатели. И каждый объект, что это из себя представляет. Но первое впечатление такое. Старый город, в общем-то, не присмотренный. Не совсем чистый. И здания более облупленные. А цены того, что мы видели около порта, небольшой рыночек, они не то что грустные, они смешные. Раза в 3 выше, чем в Буэнос-Айресе. Это называется «Я себе везде найду родню». Шли на площадь генерала Сабала. Вот его памятник. Генерал Сабал основал крепость для защиты от португальцев и пиратов. И с этой крепости начался город Монтевидео. Стенная живопись здесь в почете. И даже видно, что качественно сделано. На центральной площади рынок старины. Как у нас говорят, шук-пиш-пиши, в полном разгаре. Но есть некоторые очень симпатичные. Симпатичные.
Это мы идем по центру. Вот старые ворота города. В обратном пути решили посмотреть, что из себя представляет рынок Меркадо. Такое впечатление, что народу больше, чем людей. Это организованный тур пасется. Пойдем дальше. Я ищу бижутерию. Ищи. Постой минуточку. Хорошо, поищи. Тут все сувенирные магазины. Там дальше кафешки. Рабочий район. Мы приехали на смотровую площадку Пуэрто-Монта. Вот город. Он наш. Видим вершину нашего кораблика. В этих домах живет 80% населения. Деревянные домики. Что, нету министерства образования? Что это такое? И народ. Ну, народ не считает, что они бедные. Вот знаменитый вулкан. Под ним облака. Слушайте, это облака или что это вообще? Мы в национальном парке. Вот ягоды. Мы в национальном парке. Идем гулять. В природе, в туалет. Вспомнила молодость. Корни практически не проходят землю, потому что земли здесь нету. Все на вулкане. Вот это уже лава дальше пошла. Вот эти все растения практически корни только на очень тонком слое. Они там облака. Красивое озеро. Подойдем поближе. Если бы еще солнце было, это была бы такая красота. Мы приехали на водопады. Вот такое ущелье. Мы пришли на водопады. Природа фантастическая. Если бы еще солнце было, это были бы фотообои. Да, фантастика. Чили, природа, это фантастика. И Чили. Вот еще это дальние водопады. Вот такой фонтанчик. А там что? Там тоже фонтан. А это все лава. Вот наконец-то шапка освободилась от облаков, облака ниже. И мы можем это все сфотографировать. А если бы еще было солнце, было бы вообще шикарно. Так, тихо, шапка. Он нас запугал, напугал, все поубегали. Пошел домой, пошел. Но что? Испугал всех? Это что-то непонятное. Это говорят копченые водоросли. Это же надо. Это
домики, наверное, где живут. Ему же нужно, чтобы они не разорваны. Мы взяли вот на этом автобусе, вот на этом. Сейчас подойдут остальные товарищи. Экскурсию на групповую экскурсию с берега на 5 часов по 40 долларов. А природа красивая. Похоже, как мы видели раньше горы в Пуэрто-Монте. Мы въехали в Ла-Сирену. Как нам сказали, это второй город Чили. К маяку. Пойдем туда. Но опять-таки, это во всем Чили. Эти провода, это как вы... Как во Вьетнаме. Вот так это все выглядит. Все провода идут поверху, каждый как хочет. Да, этот маяк достаточно современный. Даже очень. А дорога серой лентой вьется. Время от времени попадаются деревеньки. Мы остановились в деревне. Очень красивая деревня. Здесь у нас, насколько я понял, производство вина. И насколько я понял, мы его будем пробовать, и желающие могут его купить. Вот это место, где они продают. Красота. Деревенский пейзаж, Инна. Вся группа пошла вперед, а Инка виноград кушает. Ай-яй-яй. Инка обнаглела, набрала винограда с деревьев и фотографируется напротив винных бочек, да, Инна? Это писка. 40 градусов. Экскурсия великолепная. Пил две бутылочки, одно маки. Это не том, это красные такие маленькие растения, второе манго. Вот у этой девочки. Инночка набрала бутылок, будем пить у номера. Интересный памятник из дерева. Наверное, да, это из дерева. А как это так сделали? Вот эта фигура дядьки. Бабушка, сядь, я тебя щелкну. Четвертое марта мы начинаем экскурсию в Лиму. И вот базарчик. Это за час мы доехали до вот этого пункта, вот здесь. Очень красивая природа. И сейчас мы, я жду жену, и сейчас мы поедем в центр. Ошиблись, приехали на Плаза де Майор де Сантьяго. А надо было Плаза Майор де Лима. Благодаря моей ошибке мы можем посмотреть город. Все время катаемся из одного конца в другой. Мы видим, что Лима – это не только низенькие халупы, но и современное здание. Водитель высадил рядом с Плаца Майор. И мы идем, потому что на саму площадь проехать нельзя. Сейчас пойдем в их кафедральный собор. Выглядит оно стоит тех 10 шекелей, то есть 3 долларов на человека, которые с нас нагло взяли при входе собора. Много очень на стенах висит картин. Вот типа. Ты не хочешь пойти туда исповедаться? А? Если есть чем. А я буду исповедовать, да. А здесь все деревянное. И вот тут ребята дружно. Ну, Яшка, это тут же всех подряд не хоронили, это самое знатное. Здесь, мы думаем, был совет кардиналов. Сколько золота они здесь истратили, а?
правительства, дежурит полиция. Вот там товарищи в белом, но зайти нельзя. Вот здесь муниципалитет. А вообще вот эта площадь Пласа де Майор, Пласа де Майор де Перу. Вот в чем была наша ошибка. Фонтан чистенький, но бедненький. А кафедрал большой и красивый. Мы сюда не пойдем, но похоже на церковь. Prime Minister House working there. The Prime Minister in Peru is not the head leader in this nation. The Prime Minister is the co-worker of the president, the right hand of. Вот сейчас мы находимся в этом парке и смотрим на красивых девушек. Фотографирует заход солнца, а я фотографирую Гауди. Точнее, типа как Гауди. Если присмотреться, то это что-то сексуальное такое. Где ноги? Ага, его ноги, а вот ее лицо и его лицо. Сколько замочков, причем сделаем чуть светлее. Вот сколько замочков, причем свой замочек вы не всунете, потому что все очень щитненько. Идем в парке на лазерные фонтаны. Вот это лазерное шоу. Вот тебе и музыка. Нифига себе. Фонтан в виде арки, мы сейчас туда войдем и попадем под дождик. Идем по туннелю. Ой! Водичка на голове. Как будто такой небольшой дождик. Надо защитить телефон. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ну, что им там? Ничего, да? Как будто град идет. Ой! О, уже, слава богу, конец скоро. Проходим, проходим, товарищи. Проходим. О, слава богу. Ой! Так увлекся покупками, понакупили, что... Забыли совсем, что надо еще и фотографировать. Очень много альпаки, много кашемира. А это просто кошелек? Это просто кошелек. Не, это не это ерунда. Мне нравится вот эта альпака. Вот эта альпака. Вот это. За эту альпаку они хотят $20, что это много. Это панчо мне нравится. Но раз мне нравится, вон то, значит жене не нравится. О, сколько здесь? Сколько здесь там? Мы хотим купить ламу.
И напускники пингвины. Да. А поменьше? Конечно, зачем такое громило? Вот этот большой стоит 18 долларов. Сплошные шали, кашемиры, Паша, альпаки. Сколько у тебя денег осталось, скажи? А что такое? Что ты хочешь купить? Может быть, мы еще плед один купим, а? Ну, у меня хватит денег на плед. Девочка красивая. Интересно, тут оно какой-то морской волны, а у меня оно синее получается. Ну, вот эти, то, что мы купили, малышечки, можно взять. Вот это мне нравится. Ну, если мне нравится, значит, жене нет. Или нравится? Яша! Мы купили... За счет чего? Мы купили вот такого товарища. Вот. Вот тут много таких... Не, ну, все красиво, конечно. Все, конечно, очень красиво. Инна, посмотри, какие изделия. А это вот нету картин этих альпаковых, Яша, слышишь? Картин? Да. Коврики только. Накупили, накупили, и все равно... Не, ну ты посмотри, какие. А, понимаешь, у всех разные. Вот в чем еще интересно, да? Да. То есть не одна и та же фабрика. У всех разные. Инна, это все масло. Да. Это все масло. Вторая часть – это круиз, в котором мы были недавно. Это круиз вокруг Австралии. Мы вышли из Сиднея, через 28 дней вернулись в Сидней. Я показываю не все порты. Несколько портов малозначащих я опустил, а также опустил три порта, в которых мы были, в которых мы видели парки диких животных. Парки диких животных там есть почти в каждом городе, рядом с городом. Парки диких животных – это в отдельном специальном следующем ролике. Итак, смотрим порты Австралии. У нас есть два дня в Сиднее. Первый день – это экскурсия по Сиднею, посещение центра Сиднея. Второй день – экскурсия на пароме и ботанический сад. Вот китайский город. Пойдем внутрь. Все надписи по-китайски. Но есть даже иногда по-английски. Сплошные ресторанчики, магазинчики. Хорошо, иди купи. Вот это то, что мы любим. Мы еще не вошли, но уже любуемся. Шли. Красиво. Идем дальше. Красивый. А вон там плавают золотые рыбки. Как будто я их в жизни никогда не видел. Вот он, красавец. Здравствуй, да. Ага. Че ты так на меня смотришь, а? Увидел и офонарел. Это, конечно, супер-пупер. Ну и как здесь выключать фотоаппарат? Сочетание, конечно, на фоне новых домов. Очень красиво. И вот. Вот так просто снимаю, снимаю и снимаю. Теперь идем к беседке к большой. Вот очередная лепота. Вопрос, как это выключить, если оно очень красивое. Вот очередной обитатель местный, который нас совершенно не боится. Их тут оказывается много. Этот товарищ покрупнее, может, это его мама или папа. И на вишу. Японские садики тоже красивые, но немножко не такие. У китайских свой стиль. Еще раз посмотрим на эту красу и пойдем дальше. Я не знаю, как это будет в кино, но мне этот мостик очень и очень нравится. И с него открываются очень красивые виды вверху.
вписали старый отель 1902 года в современный район. Вот очень красивые телебашни. Это старые дома, это новые. Вот так все соседствует. А это торговая улица. Видел кривоносика красивенького. Ну, не бойся, не бойся. Что скажешь? Собор Девы Марии – это главный кафедральный собор католической церкви в Сиднее. Памятник поэту Бёрнсу. Знаменитый дом королевы Виктории, который сейчас является магазином. Конечно, магазин очень симпатичный. Да, 3 этажа и стеклянная крыша. В морской порт приехали. Вот здесь 6 платформ. Вон знаменитый Харбор Бридж. Мы поедем в Параматту. Это на рейсовом пароходике. Сейчас поедем. Пока можно снять панораму набережной. Какие здесь домики. Мост сблизи. Наверное, мы под ним сейчас будем ехать. Вот первая остановка. Такие интересные домики. Такие балконы у них. Или это балконы. Это не совсем понятно, что это. Надо приблизить. Что это такое, непонятно. И вот так. Нет, это явно жилой дом. Очень красивые домики. Фешенебельный район. Ну, это точно гостиница. Это несомненно. Лес какой-то странный. Вот еще такой заливчик. Симпатичный. Дальше пошла вот такая местность. Ничего себе домик. Сколько этажей. Трудно. Дать должное австралийцам, туалеты здесь бесплатные. Нажимаешь кнопку, вот кнопка, открывается, изнутри закрываешь, делаешь что хочешь. Молодцы! Симпатичный микрорайон. Весь вот в таких высотных домах. На какие-то исторические домики, хотя какая может быть здесь история, мне совершенно непонятно. Тут максимум 19 век. Поехали назад в Сидней. Подъезжаем. Вот наш Манхэттен уже на горизонте. Сейчас мы идем в Рокс. Это старый город. Что такое старый город для Сиднея? Наверное, где-нибудь 19 век. Очень красивое здание. Рокс. Если это старый город с отсутствием современных зданий, то я молчу. Нашли здание старого города. Все остальное выглядит вот так. Это их старый город. Или вот. По принципу сталинских высоток. Хотя за ними возвышаются. Такой высотный город, очень высотный. Наконец-то мы увидели целый старый район. Вот церковь, вот здание. Ну, конечно, если посмотреть вверх, то тут тоже есть здание. А вот здесь кафе как будто в коконе, да. Вот на втором этаже кафе и на первом тоже что-то. И оторваться нельзя. Вот еще одна точка. Как это называется? И сюда не бросишь взгляд. Вот это знаменитый Харборский мостик. Прочитали? На него подняться стоит 300 австралийских долларов или 200 американских. А вот здесь сам оперный театр. Из чего сделано это здание?
Вот эта керамика покрывает все здание, вот такая. Мы поднялись на верхнюю площадку, и отсюда вот здесь начинается швиль, то есть дорога на ботанический сад. Вот теперь с другой точки я снимаю этот театр, эту оперу и горбоносики. Хотя почему-то попугаев здесь нет. Таких кустов никогда не видел. Вон сколько горбоносиков бегает. А среди них черные с красным клювом. Кто это? На петушки похоже. Так все, это же невозможно не фотографировать. Это же вообще это фотообои все время. И все это рядом с большими домами. Оттуда вышел, пошел гулять. Посреди их Новосиднея я вижу нашу Иву. Ивушка. А я все думаю, где попугай? Одну секундочку. Зря я яблоко съел. А это что за заморыш? Тоже попугай. Не то, что эти красавцы. Какой-то общипанный с него это. Он прямо на нее. Вот такое интересное дерево. Я понимаю, у нас есть бутылочные деревья, но вот такого я не видел. Опять опера. Возвращаемся. Уставшие, целый день ходили. Завтра мы эту оперу увидим с борта корабля. Завтра корабль. Мы приехали в Кернс. Это город, один из самых красивых городов в нашем маршруте. Город реликтового древнего леса. Мы поедем на автобусе на канатную дорогу. По канатной дороге мы поедем в местную деревню, где живут аборигены. Там мы погуляем пару часов. И назад мы поедем по железной дороге по очень живописному маршруту. Столько красивых мягких игрушек. Иду. И хочется все купить. И вот эти тоже. Очень красивые игрушки. Вот мы на канатке. Это реликтовый лес. Написано, что это самый древний лес в мире. Очень красиво. Лес какой-то. Ну, сверху он красивый. Но мышлят тут, наверное, нету. Вот такой пейзаж из вьюпоинта. А вокруг действительно реликтовый лес. Правда, обезьян и попугаев я пока не вижу. Здесь прямо дорожка. По ней мы и гуляем. Это действительно такой реликтовый лес, в котором никто никогда... Сплошной лес. Абсолютно сплошной. Разнообразие какое, Яша. Почему разнообразие? Деревьев, ты что? Мы этот водопад видели сверху. Но сейчас очень красиво видно. Вот другая точка. Viewpoint. На. Вот это и есть самый древний, как говорят, да, лес в мире, где не ступала нога человека. Вот только что моя. В сувенирном магазине полно крокодилов. Причем живые. Ну, почти. Вот еще один. Да, дети дорвались. И все хочется купить. Лепота. Наверное, куда-то вон туда. Так. Здесь отель.
Здесь рестораны. Идем смотреть дальше. Сувениров, конечно, очень много. Такой, вот станция. Едем назад. Водопад, который мы видели сверху, вон там. Красивый. Region is sacred to the Jabiragi people. The locomotive used. А вот наш поезд. Вот наш поезд. Наш поезд на крутом повороте. Ехали на вокзал. Вокзал достаточно большой и симпатичный. Сейчас выходим в город и будем разбираться. Вот само здание вокзала. Это другая... Сейчас мы пойдем в музей, в художественный и в музей истории Южного Уэльса. Но и у стороны улицы находится 19 век. И вон то здание с колоннами. А с другой век 21. А что там? Как оказалось, это здание парламента. Ну, удобной точки для фотографирования нет, это самое удобное. Памятник южноавстралийской или южноафриканской войне 1899-1902 годов. Мне очень понравилась многоэтажность разных стилей. Вот идем так, 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 потом такое, а потом вот такое. Перед нами грандиозный такой, высокий, 15 метров. Памятник погибшим в Первую мировую войну. Написано «Музей Южной Австралии, вход свободный». Ну хорошо, войдем. Инна, это все сделано из ракушек, да, ракушек, из ракушек жемчуга, да. Да, да, да. Видно. Самое удивительное, я удивляюсь, и типа тотемных столбов у них. Тотемные столбы это на Аляске. Но здесь что-то похожее. Этот столб рассказывает обо всей жизни этого человека. Пошли на третий этаж. Называется галерея Тихого океана. Здесь очень много всего. Это из Папуа-Новой Гвинеи. Красавцы. Здесь из Новой Каледонии. Стрелы, дротики. Тоже орудие в основном. Тоже вход в нее. Вот еще один симпатичный домик. Что касается самого исторического музея, точнее, это называется Музей Южной Австралии, хотя здесь не только Австралия. Музей великолепный, мы были только на двух этажах из четырех. Просто нельзя объять необъятное. Тут подошли к галерее, арт-галерее. Я не буду снимать арт-музей, но он тоже очень симпатичен. Тут есть что посмотреть. И очень интересно. Здесь можно застрять надолго, у нас всего один день на все про все. Улица Короля Уильямса, по которой мы идем, и тут мы увидели вот такую торговую улицу, по которой мы решили пройтись. Мы идем по улице Короля Уильямса. Вот так она выглядит. Сочетание разных стилей. Собственно, как и большинство миллионников в мире. Шли на площадь Королевы Виктории. Это центр города. Вот здесь находится ратуша. В ратушу с визитом мы не заходим. Мэр нас забыл пригласить. 16 ноября, у них уже Новый год в самом разгаре. Да, я стану, ты меня щелкнешь. Перед нами
кафедральный собор. А красиво. Рядом с кафедральным собором находится вот музей Холокоста. Мы находимся в Адыгаиде, на площади Виктории. Это очень красивая площадь. Там дальше вообще елка. Здесь фонтан. Мы гуляем по городу. Это просто замечательный город. Очень красивое дерево. Здесь вообще очень красиво. И везде тень, только по дорожке, где мы идем на солнышке. А это что? Это курносики. Как это называется? Чибис, да? Инна? Ибис. Ибис. Вот ибис. Это очень красивое место. И разные кактусы. Целый парк кактусов. Этот сад нами признан лучшим ботаническим садом в Австралии из тех, что мы видели. Сегодня 18 ноября 2023 года. Главный порт нашего путешествия – Мельбурн. Мы вышли в центре города. Сейчас немножко еще пасмурно. Посмотрим панораму центра. Такая панорама. А с другой стороны не хуже. Ну, с другой стороны мы и потом посмотрим. Вот здесь красиво вот сейчас смотреть. Хотя солнце. Что-то они коробок наставили, но чтобы оно как-то гармонировало. Тут можно кинокамеру не выключать. Пришли на мост. Здесь явно какое-то соревнование восьмерок. Вот интересная башня. Памятник королевы Виктории. Розы. Они пахнут, нет? Нет, чуть-чуть такой аромат. Чуть-чуть понюхаем. Чуть-чуть. Но красивые. Мемориал памяти австралийским солдатам. Австралия сама ни с кем не воевала, но она была английским протекторатом. Симпатичная станция метро. Я надеюсь, что не все такие станции шикарные у них. А может быть. Солнце вышло из-за туч, и этот вокзал. Это не станция метро, оказывается, это вокзал. Этот вокзал представил во всей своей красоте. Модернистская елка на фоне небоскребов. Но такую елку я еще не видел. Елка сблизи. Мы идем к мемориалу Кеннеди, но по дороге увидели вот такое красивое зрелище. Лепота. Вот и мемориал Кеннеди. Очень скромный. Ну и что? Это в 63-м году его убили. Вот написано консерватория. Там, наверное, Инна, там, наверное, консервы делают. Но консерватория, это оказывается, не консервы здесь делают, а здесь сад роз. Я сфотографирую фонтан у консерватории. Вот и домик Кука. Это называется, чем меньше снега, тем больше елок. Идет нарожание. Вот сам Кук. Надо со стороны солнца зайти. А вот его домик со стороны солнца. Теперь идем внутрь. Мы приехали в город. И тут сразу есть экскурсии. Вот мы пришли на первый водопад. Вот он родимый.
И не хуже Ниагары. Даже, я бы сказал, красивее. Тасмания, как оказалось, это очень красивый остров. Сейчас мы в экскурсии. За мной водопады. И пойдем смотреть водопады. Когда нам надоест, мы сядем на следующий автобус и поедем в сады. Это красота, да? Меня, я надеюсь, что меня будет слышно. Огромное удовольствие, супер красота. Идем дальше. Идем дальше. Вон впереди вижу люди. Мы приехали в парк Розендронов. Если я неправильно выговариваю, я извиняюсь. Мы пойдем гулять. И бледно-розовые. Инна, если будут съемки кинофильма в раю, то у меня есть где предложить. Да. Инна, как ты говоришь, называются эти цветочки? Офигеть. Разных цветов. Цветы разных цветов. Вот этот мостик, по которому мы ходили. Вот еще одно райское местечко. Что-то написано про Северную Америку. Да. Да? Нет, там есть дорога, а назад здесь некуда идти. Удились. А до отлета нашего автобуса оставалось 10 минут. Мы напугались. Но нам показали путь. У нас есть 6 минут. А вон впереди то место, где останавливается автобус. Так бы мы остались в Тасмании жить. Столица Тасмании – Хобарт. Добрались до сада. Куда пойдем, Инечка? Идем наверх сначала. Вот такие мы видели вчера папоротнички. Ну, здесь сад такой, как в лесу. Здесь, как и вчера, можно снимать, не переставая. Вот такие высокие елочки. Ох, елочка на фоне неба. Инна, посмотри. Ну, конечно, это береза в чистом виде. О, уговорил, только не падай. Сейчас главное не упасть. Мы идем вниз, мы увидели внизу озеро. Лепота. Вот такой садик. Симпатичный. Очередные фотообои. Ну, снимать можно в любом направлении. В любом. Вот панорама. Мы подошли к растению, я дотронулась. Чистый бархат. Мягкое, нежное. А теперь я на мостике. И вот такой вид открывается с мостика. А еще музыку сделаем, будет вообще красиво.